Здравствуйте, друзья Садового экспресса. Хочу сделать быстрый обзор хост своих больших крупных хост. В конце июня я стою перед сортом Gold Standard. Видите, какие золотые листики? Это очень уже большая хоста. Седьмой год на этом месте растет. И в ширину она уже 1 метр 20 сантиметров. Высоту 55-60 сантиметров. Следующая хоста — это хоста Fortunae Alba Picta. Весной все листочки у нее салатные с зеленым краем, а сейчас уже она начала выцветать и превращается в зеленую с темно-зеленым краем. Вот такая особенность, она окраску свою меняет. И появились такие слегка лавандовые уже цветочки, колокольчики. Следующий сорт — это голубая хоста. И мне все-таки очень трудно с этим сортом разобраться, но я думаю, что это все-таки сорт от спорт от хосты голубой под названием Халцион. Она очень такая остренький листочек, голубая хоста. Sleeping Beauty, наверное, спящая красавица. И очень большой такой куст, уже огромный, тоже седьмой год. Голубые листья и край слегка кремовый, удлиненный лист. И крупная хоста, тоже метр ширины. Дальше у меня здесь хоста стоит знаменитая Francis Williams, старый сорт. Francis Williams с голубыми листьями, круглыми. И от черешка сердцевидными. Тоже очень большая, старая уже хоста, 60 сантиметров в высоту. Но вот этот вот сорт Regal Splendor, который уже тоже метровый в ширину и 60 сантиметров в высоту, он немножко забил мою хосту Francis Williams. Вот она как бы, нужно что-то пересаживать из них. Вот такие сорта хост я вам показала. Прекрасная клумба с хостами. Они все седьмой год у меня на этом месте растут, достигли взрослости. Красивые они в июне, еще сохраняют некоторую свою окраску или приобретают уже новую, характерную для них, для этих хост. Спасибо вам, что вы полюбовались этими хостами и побыли на канале Садовых Экспресс. До новых встреч!